Итак, а это уже Романов. И вот с разворота. Отлично! Заходит с разворота. А. Не резко, да. Хорошо. А, так, а тут уже ответочка проходит. Так, и сразу набил. Стреляется быстрый отрыв. Смотрю. И проходит. 4-2. Пока. Но с другой стороны, я бы сказал, что команды буквально сразу без разведки стартуют. И с контактом теперь. Сходит от Дмитрия Трёха. Уверен, пристреляется еще. Так, и вот уже опять проход внутрь. Очень быстро преодолевают. Через пикинг-ролл разыгрывают. И нет, в этот раз грамотная подстраховка. Но обратно подстраховать не успели. И... ну не слишком легко проходит их сейчас на бело. При этом не сказал бы, что они что-то... Унлёв Алексей. Итак, штрафные исполняет Антонец Димаш. Нужно посмотрим, что да как пойдет. Первый штраф в цель заходит. Крайне нереализативный пока выдается первая четверть для Атланты. Лишь 2 очка пока за половину четверти. И 2 из 2. Уже второй номер Атланты. Это Сазанович Николай. И от забора Сазанович. Сетки кольца набило. А это проход затяжной. Элван! Сейчас поменяется. Никаких... Вот, наконец, заслон от Арсения Вадмилы. И через руки! Прошу прощения, это Рябов Александр с мячом. И крюк! Сложный был. Там достаточно такое сильное сопротивление было. Так, но не заходит пока первый штрафной для Рябова. 1 из 2 заходит любой из Игоря, но может не размялся, может пока в игру не вошел. И тут на подстраховка не успела и... Арсений Дмитрий возвращается на площадку. Меняет он Рябова Александра. И забивает штрафную-то. Это Шувалов, то там сложно очень, и скинул дальше. И из-под катери набило. И контратакует сейчас. И находит третьего номера. И добавляет все-таки. Дальше в углу открытый. Нет, на трёху не решился. И скидывает дальше. Будет проникновение внутрь. И скидка. Да, хороший. Понимает, что его песенка спета. И в итоге скидывает мяч. И вот Трёха. Три. Нет, на средний не решился, но нашел свободного. И скинул на себя и отдал на Чернякова. Алекс двигает мяч дальше. А и не прошло забегание. Вы не до конца поняли, кто должен мяч получить. Но в итоге Громяк со средней. Войти Коленцов. И вот теперь ответное нападение. Есть возможность одного в одного обыграть у... И да, Унлёв! Достаточно медлительно возвращалась сейчас в оборону. И опять едва не перехват, не перехватом не закончилась сюда. И со средней ответка приходит. Это уже... Итак, из угла. Нет, опять снова эрбол. Парад эрболов, но каким-то образом все-таки отскочил. Так. Целёв. И под кольцо Романов. Свои первые очки Руслан набирает. А Джерри... Итак, выбрасывает мяч сейчас. И добавляет еще Иванов. 2. Гораздо дисциплинированнее и без фолов отзащищаться в данной ситуации. Итак, но тем не менее, что есть здесь? Рябов! Точно в цель! Первая штрафная. Надеюсь, Рябов не с похмелья. И первая точка шла, первая штрафная. Да, Джереми Вафли. Итак, Орлаков. Нет, прошу прощения, это Рябов. Рябов, трешка. Итак, Трёха от Иванова. Трешка. И вот основа, что... Ну, что там будет? Дальше. Обратно на это Орлакова. Орлаков. А первый. Итак, Рябов. Пикинг-ролл разыгрывает. С Конищевым. И Трёха. Трешка! Кстати, а для Атланты это уже 4-й фол, и в дальнейшем все для них пробивается. Ну что ж, посмотрим, насколько они дисциплинированы. И заходит первый штрафный. Антонец ищет кому скинуть, сразу забегает. Элван! Элван бил. Савушкин Влад. И сразу чувствуется такой прямо сумбур действий Атланты. И блокшот!
Блокшотище! Ай, чувствуется явный сумбур, но все-таки добавляет Царев Алексей 2 очка. На Сазановича двигают дальше. И сложный со стебеком средний, но все-таки заходит! У команд не очень идет трехочковый сегодня вообще в целом Целёв. Нашел и Сазанович быстро в прорыве. Готовится выйти на площадку и вместе с ним Черников Алексей. Итак, на фейке убирает из-под руки. Пытается быстрым отрыве все это свое отставание компенсирует. И там Каст черканул по мячу игрок Атланты. На встречных курсах игра идет. Старается сейчас быстрым отрыве Атланта. Да, проходит быстрый отрыв. Это заведомо проигрыш. Ой-ой, по-мужски прямо так выбивает сейчас Шувалов Дима из рук Руслана. И сразу от трех сведения. Три очка. У него вторая попытка есть. Может, второй зайдет все-таки. Да, вторая заходит. Один из... Перебросил мяч. Повторяет то сказанное предыдущее. И плюс 10 делает. Что-то перестал идти совсем бросок у Атланты. И пропускает опять 2 очка. И Черников на баллы. Ой, едва мяч не теряет. Вовремя успел Орлаков Петя этот мяч увидеть. Скидывает от свободного. Антонец. 3 очка. И... Орлаков, Рябов, 3 очка позади. Сразу Атланта. Кстати, несколько таких неплохих достаточно потерь спровоцировал Атланта. И вот никто не мешает Черникову. Вот мяч сейчас Шувалов Дима. И двое в одного бегут. И стремительно, как нож сквозь масло сейчас пронзит. Сейчас они не остепенятся. Нижнее. И с получения Крюков будет сам пытаться пройти. Нет, не удается ему наш первый шаг Сазановича. Дальше под кольцо пытается затолкать. И технично Аникин Евгений это сделал. Стоило поискать свободного. Не самый хороший бросок сейчас был. Рябов. Нет, не решился на треху. Скинул дальше и стюф. И... Крюков проходит внутрь. Дальше со средней открытой. Да, все-таки Навайлы. Через Тюфа. Разыгрываются, раскидывают зону. Вот она треха от Целева. От забора. Щита. Еще есть. И тут же перехват. Целев. В быстром отрыве возвращает Атланту, делая минус 12. Ему по руке, но дед Панин ничего не видел, говорит. И вот. Дрячь на Рябова. Убрал на фейки сейчас. И заходит средний от Кани. Очень хорошо стягивается сейчас игроки Набайлы, Нобеля, Набилы. И 2 очка Романов Рус. Просит, чтобы подождали партнеры. Решил треху швырнуть. Ну и на подборе. Буквально. Антонец просит забегания. И Антонец сам решил опять треху. И 3 очка. Я думаю, что кого же можно VP назначить? Ну, во-первых, по статистике Черников Алексей 15 очков выделяется. А Никин Евгений точно. Лично мне больше всего, даже скорее Антонец Дима понравился, который старался разыгрывать мяч, хотя команда в целом достаточно Романов. Нет, все-таки, видимо, что... Нет, Трейян Громяк. Дальше на Целева. Целев треха! 3 очка.